Сегодня над морем уже были замечены характерные воронки. Многочисленные видео появились в интернете. Сохраняется и опасность схода селей. Один сегодня сошел по дороге на Красную Поляну. Видео прислано очевидцами. Все городские службы на ближайшие двое суток переведены на усиленный режим работы. Сочинцев и гостей города просят по возможности отказаться от использования личного транспорта, принять меры по сохранности своего имущества, а также воздержаться от выхода в горы и отдыха у водоемов. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010.